Всем привет, дорогие друзья! Сейчас будет максимально полезное видео. Я вам покажу те картинки, глубоко скрытые на вашем смартфоне, которые начали накапливаться еще с самого первого дня использования вашего телефона. И эту картинку вы можете либо удалить, либо восстановить. Итак, друзья, это приложение называется Disk Digger. Его можно скачать без проблем в Play Market. Заходим в это приложение, и сейчас немножечко я вас с ним познакомлю. Обратите внимание, здесь есть три больших пункта. Простой поиск без root, полное сканирование, требуется root, освободить место на устройстве. Конечно же, друзья, если на вашем телефоне есть root-права, то у вас может быть более широкий спектр действий. Но у большинства, у 90% пользователей смартфонов root-прав нету. Ничего страшного, в любом случае вы можете хорошенечко прочистить ваш телефон и глубоко заглянуть в него, посмотрев, что он накопил за все эти годы. Итак, друзья, так как у многих root-прав нету, мы выбираем первую вкладку «Начать простой поиск изображений». Сюда мы заходим, идет полное сканирование. Потом мы нажимаем на вот такую вот шестеренку «Настройки», и тут мы ставим 0. Минимальный размер файла, то есть абсолютно все файлы будут отыскиваться. 0, окей. Все, идет сканирование, идет поиск файлов. Нужно только подождать. Вот обратите внимание, внизу, видите, идет подсчет. К сожалению, здесь угол экрана плохо виден, но предположить можно определенную цифру. Сейчас пройдет это сканирование, потом я вам покажу некоторые фишки. Здесь отыскиваются миниатюры, эскизы картинок, которые начали накапливаться просто с первого дня использования телефона. Здесь есть обычные картинки из галереи, которые вы скачиваете, которые вам присылают в Viber, в Telegram. Тут даже сохраняются иконки контактов, которые есть на вашем телефоне. Вот эти вот иконки контактов, которые сохраняются в кружочке, например, как в Telegram. В общем, друзья, сейчас вы посмотрите и сами во всем убедитесь. Я просто был в шоке, когда увидел такие картинки, которые я делал год назад. То есть, ну это реально круто. Очень много миниатюр, тем более, что мы снизили размер. И то есть сейчас идет поиск эскизов этих картинок буквально с самого минимального размера. И опять-таки, размер всех этих картинок, которые найдет ваш телефон, они абсолютно разные. Начиная с 16 килобайт и заканчивая размер, сортировать по размеру. Ага, вот. Сканирование завершено. Нашел 2242 файла. Это очень круто, это просто впечатляет. Нажимаем ОК. Минимальный размер файла 16-13 килобайт. Нажимаем 3 точки. Сортировать по размеру. Максимальный размер файла это 21-43 мегабайта. Те картинки, которые имеют большой вес, это в основном ваши картинки, которые вы делали на свой смартфон. Если размер файла маленький, то это просто обычные миниатюры из ваших контактов, из ваших мессенджеров, Telegram, Viber и так далее. И чем больше весит файл, тем дольше он будет открываться. Картинки здесь есть просто самые разнообразные. Так, ну давайте немножечко так я пролистаю. Ну вот, допустим, картинки. Вот раз, два, три. Это мои знакомые и картинки, которые установлены на их контакте в Viber. Тут некоторые вот автомобили есть, которые я смотрел на Авторио. Допустим, вот автомобиль. Я его выбираю, нажимаю три точки. Восстановить этот файл. Нам дается вот такая вот ссылочка. Я, допустим, сохраню его на Google Диск. Сохраняю. Сохранить. Все, идет загрузка. Я вам сейчас покажу, как сохранить, как достать эту картинку из глубины вашего телефона, а потом, как это все дело очистить. Так, загрузка завершилась. Опять-таки, если у вас есть root-права, то все восстанавливаемые картинки будут восстанавливаться в более высоком качестве. Если нету, то картинка может быть в плохом качестве. Оп, ну вот эта картинка, в общем-то, в хорошем качестве получилась. Откуда она мне взялась? Я фотографию не делал. Это картинка из Авторио, когда я листал сайт, и мой телефон сохранил эту картинку в глубину своих внутренностей, грубо говоря. Все, друзья, вот таким образом вы можете восстановить абсолютно любую картинку. Если вы будете восстанавливать картинку контакта какого-либо, допустим, вот это все из Viber, то будет качество, конечно же, хуже. Так, друзья, если вы хотите все это дело удалить, вы нажимаете пункт «Очистка». Так, тут у меня вот такие вот файлы. Это фото 1838. Это можете удалять, можете нет. Кэш эскизов вы можете удалить вот это вот все.
Весь кэш эскизов вы просто берете и удаляете. Удалить. Не переживайте, все эти картинки ваши никуда не денутся. Возвращаемся обратно. Ну и здесь сохраненные всякие контакты. В общем-то все, друзья, вот таким простым способом мы очистили память на своем телефоне с помощью удаления глубоких скрытых картинок, которые начали накапливаться с первого дня использования вашего телефона. Друзья, всем спасибо за внимание. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь на видео со своими друзьями. Всем успехов, друзья, всем удачи, всем пока.